Если вам нужен профессионал, если вам нужна сила, ловкость, быстрота, если вам нужно орудие убийства, если вам нужно оружие, если вам нужен крутой монтаж с перезарядкой, если вам нужен просто крутой монтаж без перезарядки, и если вам нужно кого-то устранить, вам нужен Борис. Что он вообще умеет? Умеет мастерски управляться с любым видом оружия. И оружия у него много. Очень много. Здоровый перекус. Он, кстати, предпочитает яблоки. Он может убить любого с особой точностью и эпичностью. Что он еще умеет? Мастерски играет на пианино. Ну, или не очень. Зачем мы вообще это вставили? Гоняет на картинге быстрее и круче всех. Борис — это живая машина для убийств. Настоящий киллер во плоти. Живой Джон Уик, который стреляет из дробовика, как из пулемета, потому что умеет перезаряжать его быстрее скорости пули. И если кто-нибудь будет у него на пути, он его уронит пулю в башку быстрее, чем вы успеете поставить ему 5 звезд. Потому что он... Борис. Еще вопросы?